Боевая одежда, дыхательный аппарат, баллон с сжатым воздухом и за работу. Примерно так выглядит пожарный, который спешит на экстренный вызов. Такой же порядок действий во время соревнований. Участникам предстояло выполнить несколько тяжелых силовых упражнений, которые имитируют рабочий процесс. Залезть в окно второго этажа, перекатить тяжелый предмет, перенести пострадавшего. Все ради того, чтобы найти лучшую команду пожарных. Золото забрали кирчане. Серебро досталось спасателям республиканского спецотряда. А третье место заняли симферопольцы. Все участники остались довольны соревнованиями. И что самое важное, нашли свои слабые места, над которыми будут работать. Наша команда имеет свою уже многолетнюю историю данного соревнования. Мы неоднократно у себя в подразделении проводим такие соревнования между частями. У нас есть победители, есть лучшие. Поэтому подобрали достойных, сильнейших. Ну и, как я уже сказал, показали результат.